Всем привет! Сегодня буду готовить овощи в духовке. У меня маленькие баклажаны, маленькая капуста брюссельская, горох свеженький, зелененькая капуста цветная, чеснок, помидорки, баклажаны маленькие белые и перцы острые. Все это я буду запекать в духовке к мясу. Я овощи все помыла. Теперь я их все складываю. Посуду. Разбираю на более мелкие соцветия, чтобы капуста у меня лучше прожарилась. Всю эту красоту поливаю хорошо оливковым маслом. Перемешиваю, чтобы все овощи у меня были в масле. Выкладываю все на сковороду, покрытую пергаментом. Присыпаю розмарином половину. Солю. Не сильно солю. И отправляю эту красоту в духовку. Разогретую максимально духовку отправляю все свои овощи. 20 минут в духовке при температуре 200 градусов. Мои овощи все готовы. И мелкие баклажаны, и капуста цветная. Главное, чтобы они были меленькие. И горошек. Мясо я не солю. Я отбивными просто так выкладываю на гриль, разогретый до максимального состояния, чтобы мясо прижарилось хорошо и было средней прожарки, чтобы сверху была корочка, а внутри было розово. Мясо я не солю, не перчу. Все это я сделаю после того, как оно будет готово. Разогреваю хорошо гриль и выкладываю мясо. Гриль разогреваю, чтобы мясо вскипело. Достаю готовое мясо, перчу. Солю. Нарезаю кусочками. Вот такое мясо. Перчу. Солю. Этот более прожаренный. Готов мой ужин. Мясо с овощами. Овощи припеклись, горошки открылись. Цветная капуста зеленая. Баклажаны, помидоры. Перец острый. Идеальный ужин. Просто идеальный. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока!